людей. Человек идет навстречу, словно тень. Что-то в жизни не сложилось, но я точно знаю, выход есть. Сколько радужных цветов, милый друг, и красивых городов есть вокруг. Чтобы радоваться жизни, нужен только Божий свет с небес. Мы нам Господа привет вам передаем, радуемся с вами и даже струем всегда. Мой друг, послушай, оглянись, своему скорее соседу улыбнись. Если он нахмурил брови, ты скажи ему, придет Господь. Скоро завершат свой век все века, и придет к нам Иисус на облаках. Ты задай себе вопрос, Господа, готов ли встретить ты?